Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Clash of Clans. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Прокачалось, что не прокачалось. Так, денег у меня мало. Парад суперстенобоев. Понятно. Так, ну, как обычно, нападали. Тут все понятно. Так, война окончена. Победа. Победа. Сразу же начну тогда следующую войну. Раз вы меня так просили, ребята, будет вам следующая война. Так что... А я пока так соберу здесь все по мелочи. Ну и надо мне, друзья мои, выполнять. Так, секунду. Так, следующий рейд. Столичный пик осталось забомбить. Ну-ка, давай посмотрим. Так, чего-то у нас не хватает. Чего не хватает? Заполнено. Все, сохраняем. И вот так. Блин, подожди, а чего не хватает-то? А. Все, понял. Теперь можно в атаку идти? Да, теперь запускают. То есть нам осталось... А ну-ка, давай. Так, я вижу там... Ага. Ага. Давай сделаем так. Ну, добейте. Нормально. Так, а здесь у нас что? Здесь все, все разрушено, все раздолблено, что можно и нельзя, да? Ну что же вы так? Давай, 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 друзья мои. Так, вот эту штуку издалека. Ах, там. Бамс, промахнулась. Попала. Так, ну что я скажу. Вон там пушка на подходе, но правда. Сейчас мага снесут, ребят. Снесли. Так, теперь по пушке. Ну, со второй заходки, ребята, я уничтожу. Со второй заходки я уже точно уничтожу. Мы добьем. Закончить сражение. Да, конечно. Пока закончить. Но добить этот столичный пик обязательно нужно. Там остается совсем... Совсем ничего. Так, ну что, тут у него... Ага, пушка. Давай тогда сделаем так, так, так. Сделаем вот так. А эти побежали на стену. Куда они еще могут бежать? Конечно, они побегут стену уничтожать. Ну и все, в принципе. Друзья, победа. Отлично. Выходим. Выходим. Так, ну следующий рейд, как я уже и говорил. Лагуна шаров, мастерская строителя. В атаку.
Блин. Да, тут, блин, и пушки. Не очень весело, на самом деле. И маги мне здесь мало чем помогут, верно? Варвар такой один, одинокий, побежал. Довольный, поскакал, блин. Так, еще одна. Стоп, 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 стоп. Это же зелье. Зелье прыжка, по-моему, да? Так, маг стоит. Это там бомбит. Потихонечку. Ну да, здесь нас раскатают. Блин, такая пушка здоровая стоит у него, блин. 26% всего лишь нанес урона. Мало. Продолжаем бомбить. Так. Блин, сюда надо идти, туда. Давай стенобойщиков. Куда их, наверное? Сюда. Сдуло, просто сдуло их. Давай, 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 давай. Блин, они же сейчас. Так, маги. Маги, бомбите. Так, нормально. Одна звезда есть. Понятное дело, пушка, как всегда. Так, нормально. Ага, еще одна звезда. Блин, ну там у него, конечно, такая довольно приличная. Ну куда вот он? Ну куда же вы пошли, а? Тут у него баллисты, смотрю, стоят, да? А эти, это понятное дело, пошли домики бомбить. Сейчас их тут расколбасят. Тем более там мортира. Еле двигается, блин, а? Ты посмотри на нее. Еле фурычит. Но все равно неплохо. Так. Слушай, я думаю, у нас, наверное, получится добить эту долину шаров. Да, в атаку. Мы должны постараться это сделать. Так. Сюда можно поставить синобойщика. Но куда вот он побежит? Отлично. Побежал куда надо. Давай пару великанов. Ну что ты будешь делать-то, ну? Готово. Есть. Я же говорил, пройдем. Долину этих шаров мы пройдем. Так, ну у нас еще тут что? А, это мастерская строителя. Какая долина шаров? Долина шаров, вот она где.
Пум. Блин. Пока они эти домики будут разносить. Ну а тут куда ни сунься. Добежал. Так. Мак, ну, ну пушка же стоит, бомбит. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас бомбанет по ним, да? Конечно, бомбанет. Ну, одну звезду урвал, друзья мои, все-таки, как ни крути. А вот здесь, наверное, нас и положат. Да, тут две пушки плюс баллисты. Так, они сейчас пойдут сюда, да? Ну, а здесь две пушки. Да. Маг, как всегда, бежит на опережение, дурачок. Тем не менее, друзья мои, 50%, две звезды. Нормально. Остальное, я думаю, мои ребята доделают. У меня-то уже все, у меня нет уже больше ходов. А у них есть со свежими силами, как говорится, рванут сюда, и все будет у них чики-чики. Так, я знаю, что я хочу сделать? Я хочу зайти... Подожди, я хочу зайти в свой этот. Так, ну что же, давай посмотрим. Где у нас прокачка? Куда можно добавить? Так, ну здесь все четенько. На столичном пике. Так, баллиста. Давай ее. Ага. Подожди, ну мне же нужно ее просто улучшить. Странно. Так, здесь еще Тесла у нас. Чуть-чуть не хватило ее прокачать. Совсем маленечко. Так, ну у нас тоже есть тут пушка, смотрю, здоровая стоит. Нормально. Так, вот с деньгами, конечно, проблема. Проблема, ребят. Какие еще новости? Что там они в новостях мне? Не буду даже смотреть, не хочу. Деньги нужны. Ну что, пойдем в бой тогда, я не знаю. Подбор. А есть что-нибудь побо... Блин, нет, это не то. Странно, ладно. Допустим. Разбросано, конечно, все здесь жестко. Но... Блин, не знаем, стоит ли пробовать. Давай попробуем. А, вон у него чё.
Так, ну там зачистили полностью, да? Одна минута, ребят, осталась, не знаю. Успею ли я? Полторы минуты. Да, друзья, все, справились. Бомбанули. Получен звездный бонус. Окей. Получить супермедали какие-то. Блестящая руда. Да ладно, что за отряд-то такой? Ёпрасоте. Вы сейчас прикалываетесь, да, надо мной? Это просто прикол какой-то, блин. Да, с таким отрядом куда нам идти? Я не знаю, ребят. Куда нам с таким отрядом вообще идти? Ты посмотри. Варф, да нет, конечно, нас разнесет. Там голем, правда, ползает. Ну давай я просто гляну хотя бы. Что-нибудь попроще возьмем. Это не проще нифига. Это... Давай что-нибудь другое. Да блин, ну... Давай, чтобы не было забора. Блин, он везде тут будет, походу, дело. Забор этот. Ох. Что у нас тут? Ну, вот это вот можно попробовать, в принципе. Блин, две баллисты, конечно. Хотя, если мы... Ну-ка. Ну да, в принципе, тут все, тут погром. Тут полный погром. Все, 100%. Великолепно. Так, еще получаем с тобой ускорение тренировки на 30%. Жалко, нет большей армии, так бы мы с тобой бы еще бы получили бы звездный бонус. Так, ну что будем прокачивать? Я даже пока не знаю. Баллисту, на баллисту нам не хватает. Так, собрали здесь и соберем тогда, наверное, здесь сокровищницы. Если не ошибаюсь, блин, не хватает все равно. Мага. Так, а где у меня эта большая вот эта вот?
мортира. Кстати, нам надо зайти лучше в магазин и посмотреть. Так, защита. Башня магов, башня лучниц. Есть еще одна, друзья. Куда ее только ставить? Я ума не приложу. Куда ее поставить здесь, а? Ее просто некуда, блин, даже клепать. Пускай здесь тогда строится, что ли. Также башня магов. Куда вот ее? Здесь, что ли, пускай делается? Ну, пускай здесь делается. Потом сделается, уже куда-нибудь переставим. Лям. Так, исследования есть какие-нибудь? Так, улучшить лабораторию до 8 уровня. А тут по исследованиям. Маги. Ну, драконов можно было бы, в принципе. Но что-то... Где моя темная? Вот она. Что у нас здесь? Можно, в принципе, этого улучшить. Подожди, это не улучшить, это мы заказываем с тобой. Хм. А почему я не могу улучшить? В лаборатории только 8 уровня можно улучшать. Ну, получается так. Так, вот эта вот башня вообще меня, ребят, она даже не этот. Даже не каменная, как это. 760. Ну, как-то так пока, друзья. Как-то так. Теперь давай в мастерскую строителя зайдем. Так, пацаны, будьте добры, уничтожьте здесь. Здесь ничего у нас больше нету. Ну, про исследование я молчу, конечно же. Сколько ты... Лям 100. Лям 100, ребят, он стоит. Этот лям. Пойдем пробовать. Страдания начинаются, друзья мои. Усилить героев, усилить армию. На 1 час. Просто посмотрим, ребята, что это будет значить. Блин, где я? Не могу ее выставить здесь. А сфига ли она не выставляется, дракончик-то? Ну, одну звезду только заработали с тобой. Несчастную одну звездочку. Окей, ладно. Так, принять приглашение в клан. Зачем мне, ребята, в клан? Вы же видите, что я в клане. Слушай, а вот здесь вот должно быть... Надеюсь, мы сможем здесь пройти. Хотя у него бомбарда есть. Thank you.
Вот эта штука просто, ребята, взяла и ушатала пол армии. Прикинь? Ну, хотя бы две звездочки забрали, так что это нормально. Это лучше, чем могло быть. Но нам еще нужно 5. Не знаю, может быть, поменять кого-нибудь, а? Причем усилить героев. А каких героев я могу здесь усилить? Вот этого дурачка, блин, усилять? Что-то особого у меня нет, как бы. Желание, так скажем. Все войска, да как все? А, все? Серьезно, все? Так, одна звезда есть, это уже хорошо. Две звезды, прям шикарно. Ну, а тут вряд ли, что он один сделает. Его сейчас, ребята, размажут. Как же он меня раздражает своей тупостью. Почему он бомбит сокровищницу? Рядом столько целей, он, блин, именно сокровищницу начинает фигачить. Парадокс. Так, тут какая-то приколюха, да? Ну, конечно же. Этому костры лишь бы побомбить. Слушай, вот тут сейчас повезло. 3 шарика, ребята, он потратил на то, чтобы забомбить летучих мышей. И причем здесь больше ничего не осталось у него. Значит, здесь победа будет за нами. Потому что тут осталось вот 3 звезды, отлично. На 3 звездочки вырвались здесь. Давай, 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 допинывай эту часовню. Так, идем сюда, да? А у него, друзья мои, здесь есть даже... Даже жаровня есть. Ну, так основательно здесь, смотрю, подготовился. Но нас все равно запинают сейчас, ребят. Потому что электропушка здесь у него. Да, пускай она не прокачана, но она урон-то наносит, как ни крути. Пока мы эту фигню разнесем. О, тут еще и вторая у него, оказывается, спрятанная была. В ярость впал, да поздно. Нормально, ребят, нормально. 4 звезды. Так, у нас еще и звездный бонус. Так, сейчас посмотрим, сколько у нас тут. Ну что, пойдем дальше попробуем. Не знаю, дракону, может быть. Может, сменить нам драконов на варваров? Дичь, дело в том, что, блин, эти варвары, пока они тут будут бегать, этот пойдет костры сносить все, как всегда, ребят. В своем, блин, репертуаре. Ну вот здесь только попробовать.
Вот эта штука мне не нравится. Ну, шарики, да, шарики сейчас будут бомбить. Пушка, пушка забомбит, да? Мы не успеем ее уничтожить. Ай, чуть-чуть не хватило, прикинь. Если бы мы ее уничтожили бы, то мы бы победили бы. То есть мы бы с тобой потом летучими мышами бы просто бы здесь все разносили бы. Но не суждено было. Ну что, викинги нормально, ребята, сделали свою роль, но... Вот опять же эта фиговина тут стоит. Тут еще и это стоит. Мортира. Начать отсюда, что ли, может быть? Ау, ведьма! Так, две звезды, как с куста, ребят. Ну! Ну! Фига, блин, нифига, ребят. Не получилось. Так, ну что, три звездочки получится у нас взять? Или не получится нифига? Сто процентов замануха здесь. Вот чувствую, ребят, что будет замануха. Ладно, я рискну. Блин, там мортиры. Все равно рискну. Может быть, успеем, может быть, получится. Почему этого пентюха так быстро выносят? Вот ты мне объясни. Че, вообще даже звезды не получим? Вообще фигня полная. Блин, какой он слабый, блин. Может его усилить? Мы же не сможем усилить, верно? Так, давай, дракончики, вылетаем. Он там, блин, дохнет, как мухи. Хана, да? Слушай, одну звезду только урвал. Одну всего лишь из всего. Две звезды остаются нам. Блин. И это у нас еще усиленная команда? Ну, если вот, усилить героев. Давай посмотрим, что у нас получится с усиленным героем. По-моему, ничего суперского не получится, ребят.
никакого результата. Здравствуйте. VPN знает, когда отключиться. Так. Он просто взял и сфейлился на этой фигне. Ну нафига, ну. Вот на этой колотухе, ребята, он все время помирает, блин. Так, и нам все равно с тобой не хватает, да? На что-то такое серьезное. Флетча. Ну-ка, дай-ка я посмотрю, где там Флетча. Как он там на меня напал. Ход обороны, да? Прямой эфир. Чем он там меня разносит? В чем у меня слабости? Он одну звездочку только урвет. Слабак. Слабачок, слабачок. Кстати, нам надо посмотреть, может быть, здесь тоже что-то можно поставить нам на защиту. Нет, ребят, на защиту мы можем только забор поставить. 580 улучшить, чтобы вот эту стенку. Фига тут ценники, конечно. Мортиру не могу улучшить. Надо что-то улучшать, что у нас улучшается за манну пока. Казарму не могу. Пушку исследовать я не хочу. Этих, может быть, пока нет, не надо. Что-то все такое дорогущее-то. Давай, наверное, с тобой поставим пушку на прокачку. Вот эту вот. И... казарму не могу, понятно. Это тоже не могу, не хватает финансов. То есть больше я ни черташечки не могу. Ну, могу только вот эти вот улучшить. Все, в принципе, ребят. Манна есть, ума не надо, да? Попробуем здесь, но здесь уже... ух, ух. Стоит ли тут заморачиваться? Вот в чем вопрос. Давай что-нибудь другое посмотрим. А еще что-нибудь есть? Блин, ну чем такое? Вообще мизер. Мало. Давай еще что-нибудь. Да ё-моё. Я смотрю просто по деньгам и по манне. Мало. Ну вот это более-менее. Ну тут... блин, баллисты, до них не доберешься. Нет, такой не хочу. Чуть посолиднее. Ну как бы хорошо и в то же время... так, баллисты у него здесь стоят.
И здесь. Раз, два. Две баллисты я только вижу, да? И вот это что такое? Пушка, что ли? Такая. А вот этот пятачок, он... Зачем он оставил этот пятачок? Специально замануха такая, что ли? Ну, давай попробуем здесь. Уговорили. Да. Так, а лучше еще жива, оказывается. Или это вражеская ученица? Не, моя. А вон, бомбите пушку эту. Так, осталось... Забор прибивает. Ну все, на 100%, друзья мои. Что-то еще? А, домик строителя. Угу. Что-то получили, ничего не прибавилось. Почему-то. Что-то нифига не прибавилось. Так, друзья мои, ну что? На сегодня, пожалуй, будем... Сейчас, подожди, я посмотрю. Фабрика темных заклинаний. Скелетные заклинания. Удивите защитников деревни внезапной армии скелетов. Шахтер. Адская гончая. Слушай, ну я, наверное, думаю, что... Подожди, а у меня какой-то лагерь вроде бы... Блин. Слушай, можно было мне плохо себе армию-то здесь добавить. Ну, я думаю, что этим, наверное, мы в следующей серии с тобой займемся, да, друзья? Мы, наверное, так и поступим. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.